Всем доброго времени суток, ребят. Мы продолжаем прохождение игры Санитары подземелий. И у нас такой заплет получается. Короче, сейчас я протрезвлю немножко кабана. Значится, ситуация следующая. Кабанчик, бегаем, да? Стоять, стоять, кабан. Так, ну вот, вы видите, тут замок, и попасть мы туда не можем, соответственно. Так, ребят, давайте бежим сюда. Все-таки приоденем угрюмого по-человечьи. Нет, это не будет сексуальной одежды. Мы ему ботиночки нормальные купим. Ну, просто вот у нас у кабана ботинки авторитет, а у угрюмого какие-то ботинки вездеход. Что ж мы не вездеходы же. Так, угрюмый, давай-ка, блядь, в сторонку отойди. Все. Так, значит, короче, продаем тебе вот эту хрень. И угрюмые продаем вот это. Собственно, берем ботинки авторитет. Немножечко так подраскошелились. И, ребят, смотрите, дальше, короче, ситуевина такая. Можно пойти повыполнять задание угрюмого, потому что вот они, 4 штуки, но там ситуация следующая. Даже на самом легком задании есть бойцы с гранатами, их там нихера не мало. А это означает только одно, что первая прилетевшая граната и нам кирдык. Поэтому мы, наверное, сейчас здесь всякие разные вещи попробуем оттопырить себе. Вот, продаем все это, понятно, что не по делу. Ну ладно. Из непроверенного мною остались, значит, Ариэль, или как он там, Уриэль, кто он там был, на втором этаже, я его не обшмонал. Здесь мы вроде как все зачекали, все проверили, все ящики открыли, всю херню сделали. Да, и, кстати, смотрите, какая штука. День, и у него характеристики понижены, потому как он сова. Вот, но главное не это, главное ему выставить острое лезвие и ботаника. Вот. А там еще очки и умения остаются, но это потом. Так, и, значит, вроде как Хаттабыча-то я обшмонал, а вот на втором этаже мне так сдается, что там был еще сундучок. Да, абсолютно верно. И вот товарищ Ариэль. Так, давайте будем собирать пластины из чешуи. Вау. Давайте, ну короче, давайте все соберем нахрен. Все равно сейчас продавать. Так, попробуем у Ариэля в карманах пошариться, если получится. И зачекаем еще одну, как минимум, локацию. Попробуем. Значит, попробуем еще одну локацию проверить. Это будет что-нибудь... ладно. Какого черта, все равно продаю всем все подряд. Это будет вот эта локация, улица Грёз. Мы там были, когда баунти брали, да? Но... кабан, ты бегаешь, да? Да, бегает. Но мы там не проверяли все остальное. То есть там есть квестовые персонажи, да и квестовые персонажи здесь где-то вот еще, по-моему, квест какой-то есть. Но я предпочитаю проходить этот квест... Так, это что? Гриб-кисляк? Нет, не канает. Хренику всю продаем. Ножик. Да, и ножик тоже продадим. Вот пластины пока оставим. Собственно, ну как-то так. Да. Вот, нам нужно немножечко денежек подкопытить, поэтому идем Северный город, улица Грёз. Ну и первый же персонаж у нас стоит вот здесь, Фантик. Смотрим, что там Фантик нам дает задание. Перед тобой пухлый молодой человек с накрашенными губами и очень красиво подведенными глазами. Выглядит крайне печальным. Голубой человек, чё горюем?
всхлипывает, промакивая глаза кружевным платочком. У меня была очень красивая манечка с круглыми дырочками. Я никогда не давал ее никому носить, потому что не хочу подхватить в шею от этих вонючих мужланов. У меня мою маечку хотел даже сам круглый приобрести, потому что я в ней намного красивее его, круглый хозяин нашего клуба, ну, клуба 69 в смысле. Но я не продавал, потому что маечки красивее на всей планете нет, она красненькая, вся дырявенькая, такая очень эротичная. Тут дырочка, и тыкает себя, показывает, где на майке были дырочки. И все такие кругленькие, ровненькие, не растянутые, не порванные, просто загляденье, а не дырочки. Мне все завидовали, шмыгает носом горестно. Давай, короче, очаровательный. А тут у нас в клубе новенький появился, лютиком звать, красивый он до невозможности, чистый, свежий, улыбчивый, приветливый, в общем, красавец. Мы с ним влюбились друг в друга с первого взгляда. Точнее, я влюбился в него, он в мою маечку. Подошел ко мне и говорит, давай, мол, дружить. Я обрадовался и говорю, давай. И мы пошли дружить. Меня так никто никогда не дружил, как этот лютик. Даже я устал, а он нет. Потом мы решили спать. Он говорит, а че ты маечку не снял? Сними, а то я голенький, а ты нет, я и снял. Обнялись и заснули, а утром я встаю, вся одежда на месте, а маечки нет, и лютика нет. Прихожу в бар, а там круглый в моей маечке сидит. Тут я и понял, что лютика мне специально подослали, чтобы маечкой моей завладеть. А круглый говорит, что ничего подобного. Говорит, я вижу у лютика маечка, как у тебя. Обрадовался, говорю, продай. Лютика продал маечку, мол, не то что ты, редиска. Я обозвал круглого нехорошим словом, потому что он нечестный человек. А он меня из клуба выгнал навсегда. Что же мне теперь делать? Со мной никто теперь дружить не будет, потому что я некрасивый, да еще с круглым посырился. Вот что проклятая любовь с людьми делает. Ой, бля, с трудом удержав рвотные позывы, отскочить прочь, это, конечно, то, что надо, но ладно. Бедолага ты, Фантик, ладно, попытаюсь твоему горю помочь, жди тут. Херня, смотрим. Я так понимаю, что клуб 69 это типа круглый, да? Ладно, угрюмый нам пока тут не сильно нужен, но, тем не менее, не помешает. Че, пацаны? Так, значит, начинаем. Заведение странное, не для хороших пацанов. Но здесь много таких людишек при деньгах. Так, и чё к этому тут херу не подкрадёшься, да? Ладно. Ну, давайте так, чуть-чуть. Пацанам все равно все это не нужно. Ну, а нам не нужно здесь лишних вооруженных людей. Насколько я понимаю, сюда к этому уровню не подойдешь никак. Но она зато, ну, можно отсюда что-нибудь так помастырить. Баблишка, халява. Угу. Так, ну чё? Проститутка? А чё проститутка здесь? Странное заведение. Ну, короче, ладно. Так, ещё местное. Ща быстренько прихабарим немножко. Всё, что плохо лежит на кармане у людей. Так, это что такое? Водолазка. Господи, водолаз, блин. Так, ладно, хрен с тобой. Угу. Ну, понеслась. О, сай. Сай есть. Ребят, надо будет поменять китайский меч на сай. Пока что. Пока мы не взялись. Специальный перк, вот эту хрень. Так, стой, друг, сюда. Вот смотри, стоит отдельно. Как бы вот так. И... ну, тоже неплохо. Уровнем пробавились. Да, я принципиально.
Так, ну у этой точно хрен что своруешь, да, по ходу пьесы? Или можно? Посмотрим, попробуем. Да нет, нормально все воруется. Так, ну и пора уже, наверное, запускать сюда Угрюмого и отдавать ему половину этих шмоток. Кстати, у Угрюмого еще и ключа не хватает. Так, ну давай вот все это, прежде всего вот эту штуку. Ну, как-нибудь вот так вот. Ну, пока вроде хватает, хотя не нафиг. Пусть. Нам на задание скоро идти. Пусть будет так вот. Более или менее. Так, поехали дальше. Все еще не все. Так, очевидно же, что вот этот парень здесь не просто так стоит. Шлема. И, по-моему, пора что-нибудь запродать, кстати. Так, давайте вот так. Ну, я даже не знаю. А что ты не знаешь, что вот сундучок есть волшебный. Так, еще картофанчик. Так, здесь что-нибудь есть? Нет. Мне кажется, вот здесь можно будет открыть. Так, ну вроде как все. Сюда мы попадаем либо отсюда, либо отсюда. Так, ну если все хорошо, то тогда сюда бежит Угрюмый. А, нет. Ни хрена. Ну, в таком случае пацаны возвращаются назад. Так. Можно выпить бутылку водки, но это его потом опять протрезвить надо будет. А если здесь у нас какой-нибудь торговец, это... Нет, 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 нет. Походу здесь нет торговцев, да? И это печально. Кстати, Шлема вроде как является квестовым персонажем. Можно попробовать у него что-нибудь... Поговорить о чем-нибудь. Да. Приветствую, уважаемый. Смотрю, вы не из этих мест. К сожалению, хозяин заведения сейчас отдыхает и не может пообщаться с вами. Что вам угодно? У меня срочное дело к Угрюмому, я должен его немедленно увидеть. Проходите, пройти. Ну, как бы и не только мы, но и Угрюмый туда же. Пацаны сюда. До того, как мы начнем выяснять отношения, Угрюмый, дверь закрой. Так, кабан. Стоять. Стоять, кабанище. Здесь что? Здесь ни хрена нету. Так, ну что, подходим сюда. Аккуратненько с ребятами общаемся. Так, и нужно так, чтобы у них ничего не было волшебного типа ножей. Так. Ну, то сейчас набежит народу ее. Так, сюда мы, ну ладно, позже пройдем, сейчас вот этих. Так.
Не хотелось бы заряд дроби получить в процессе. Так, хорошо. Ну и вот у этого, видимо, никак мы ничего не возьмем. Ну давай сюда забежим. Здесь вот есть ящичек. Сюда. Местный куда пошел? Блин, ну чё ты развернулся, а? О, хрен с тобой. Сейчас ты все равно куда-нибудь пойдешь. Так, ну, нормально. Голова у солдата, чтобы думать, а мозги, чтобы соображать. Давай быстрее. Оп. Пока он тут стоит. Да бля. Не, нормально. Все хорошо, все срослось. Ну и с вот этой мадам, видимо, хер что сделаешь, стоит она уж очень так неудобно. О, сейчас лучше. Так. Оп. Ты же не повернешься, правда? Я даже не знаю. Ну и я тоже. Ну все, пойдем общаться. Остался один непроверенный Зюзя. Надеюсь, он нам тут не испортит всю малину. Перед тобой пухлый невысокий человечек с румяными щеками, одет ярко и радостно, особенно хороша красная майка со множеством дырок невероятных размеров. В этой майке хозяин заведения 69, круглый, выглядит как полный идиот. Смотрю, вы у нас впервые, милый человек, чего изволите? Майка у тебя круглая, совсем прохудилась, дырявая в 100 местах, а ты не замечаешь, неприлично в такой ходить, отдай-ка ты ее мне и не позорься. Лицо Круглого замирает неподвижностью, он потрясенно хлопает вытаращенными глазами. Да ты, чтобы ты понимал, в красоте дуринка. Зюзя, с парки удалите отсюда этого проходимца, он в нашу теплую компанию не вписывается. Подбегай гуртом, мутанты, сейчас я вам всем гудки на канифолю, приготовиться к драке. Ну, с парки-то понятно. Так. Угрюмый, Зюзей, разберись, а мы тут пока с Круглым побеседуем. Круглый, ты человек хороший. Осторожно, парни, он явно опасен. Сдохни! Ой, что-то, бля, пошло не так, видимо. Спарки? Банзай! Мочи это твоя, ты... Ты мне, зараза, там не повреди. Бронечку мою аккуратненькую. Ну ты прибежишь уже, нет? Ну все, пацаны, дальше вот. Ля-улю в дыню. Сложились быстро. Ну вот и все, хорошо. Все, мальчишки. Всем спасибо. Все свободны. Так, угрюмый, собираешь плохо лежащие вещи. О-о-о. Ну это прям заведешься тут просто вот. Ух. Неподъемные красотищи-то. Ну-ка. Откуда у него еще деньги взять? А, это тот, который с розочкой. Так, 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 стоять бояться. Сейчас мы все это... Оп. Давайте-ка вот так вот. Ну, как бы вот что-то типа того. Нормально, по-моему, сюда уже хрен что влезет. Поэтому угрюмого больше мучить не будем, но вот тюбетейку нам подобрать. Обязательно. Так, 42 монеты. А чё? А, ну остальное хер снимешь, да. Ну ладно. Нет подходящих отмычек. Твою же мать-то. А вот это плохо, ребята. Плохо, плохо. Грима, отойди, пожалуйста. Кабан хочет посмотреть, что можно еще плохо лежащего.
4, да? Давайте это скинем, но это уже не надо. Так. Вот так вот сделаем. Ну вот. Так, вроде все хорошо. Плохо другое, плохо то, что мы не можем. Вот сюда бежим. Плохо то, что мы не можем вот этот сундучок открыть. Для этого нам нужны совершенно другие отмычки. О, пацаны, стоять. Ну что, самбисты и каратисты по одному, остальные можно кучей. Ну давайте рукопашку сделаем. Закопаю тебя, ублюдок! Ну я даже не знаю, может так как-нибудь. Бара! Шлема, ну нафига? Ну все же было хорошо, пацаны. Закопаю тебя, ублюдок! Давайте проявим немножечко агрессии. Я! Получи, гнида! Охранник. А, ну понятно, сейчас и охрана не останется. Держи тебе, баран! Это хорошо. Мочи козло! Согласен. Начинаем. Закопаю тебя, ублюдок! Ну? Бан, ну как так? Ты умудряешься просирать жизнь. На ровном месте. Помывать, а. Так, ну а что, ну мы-то уже отсюда хренча скинем, поэтому есть только такой вариант. Выйти, например, сюда. Ну пусть это будет игрумый. Скинуть лишнее шмутье. Сундучок. Куда придется, видимо, еще раз вернуться. Так. Ну, вот тут херовину скинем, да, и пару брюк. Сапоги тоже. Ну, как-нибудь вот так вот. Так, есть у них еще финка, шипованная. Пора костюм. Брать коня за рога. Да, ну они с центрального входа приезжали, черт, вот я их не разобрал пока. О, цепура. Парень-то непростой вообще. Давай, финочку подбирай. Кастет. Ну и гуматные шмотки, чё. Так. Юперный театр, а? Всякая херня здесь. Так. Что, сапоги 300 стоят? Зашибись, кстати. Высокие сапоги. Ну, сейчас, ребят, сейчас все. Лишнее скинем, продадим. Так, легкая суета при выполнении. Ну, конечно, сапоги вообще радуют. Гидрит Мадрид, как вот как-нибудь, да? Так, ну и побежали дальше, что ли? Че, кто там? Давай угрюмый. Все у тебя получится. Так, цепура. Кстати, у тебя цепуры нету. Нормальная золотая цепочка. Никак у лохов.
тонкая серебряная. Ну вот. Совсем же другое дело. Так, ладно, кабан, бежишь сдаваться. В руках же нет ничего. Три трупа здесь, три трупа там, все нормально. Так, сейчас. Фантик. Классно. Держи. Отдать майку, добытую у круглого. Забирает маечку, смотрит восхищенно. Ты мой герой, никто не мог помочь. Ни смотрящие, ни близкие люди, ни Господь Бог, а ты смог. Спасибо. Проси, чего хочешь. Я очень способный. Вот только денег у меня совсем нет. Ничего мне у тебя просить, сладкий мой. Гуляй, будь осторожен. Не влюбляйся во всякую мразь, покеда. Стоять. Угрюмый, назад вернись. И, кстати, кабанище. Вот ты вот сюда заходишь. И не спрашивая взаимности. Так, я не понял. Это уже неплохо. Так, к сожалению, мы ничего больше тут прибарахлить не сможем. Так, ну и кабан. Так. Хорошую маечку назад оттопырили. Вот, ребят, короче, первое задание выполнено. Как вы видите, закрылся квест по клубу 69. И мы возвращаемся. Все-таки будем бомбить по полной. Нужно нормальные шмотки. Так, ну, бежим сюда, наверное. И, кстати, уровень. Ловкость рук. Взламывать замки. По идее, надо выпить бутылку водки, чтобы понизились характеристики, и курнуть сигарету. Если есть еще класс, веселящий, его попробовать тоже. Так, кабан, ты же в курсе, что вот, вот сюда нужно вот эти вот матные прибамбасы все сдать. Так, да и это тоже, пожалуй, тюбетейка, тюбетейку обязательно, хвосты, всякие штаны, там всю херню, короче, сдаем. Сдали. Так, теперь маечки. Ладно, как-то так. Так, ну, этот-то у нас с хорошей цепурой, да и это с хорошей цепурой. Не, у этого еще скромненькая. Так, подожди. Блин. Короче, видимо, что-то... А это тоненькая, а у нас толстая цепочка. Ну ладно. Пусть пока он с тоненькой побегает. Хер с ним. Давайте к обмундированию. Голова у солдата, чтобы думать. А мозги, чтобы соображать. Ух ты. Ну давайте сделаем. Так, а это нельзя продать. Черт, ну ладно, выкинуть, потом выкинем. Так. Вон, забираем вот эту хрень, скидываем. Так, сай оставляем. Давайте цепуру продадим. И эту херню тоже. Так, наркоту. Это что? Яд хрюша, ловкость. Яд момент. Туда же. Это что? Ловкач. Скорость бега, защита. Ну, ловкач пока оставим. Противоядие от момента. Так, ладно. Две бутылки водки, это хорошо. Так, три бутылки водки, это даже много. Так, ну, наверное, как-то вот так вот сделаем, да? Так, бычок еще есть, нет? Один только, ну ладно. Посмотрим, сейчас еще где-нибудь веселящего кваску бы взять. Так, а что у нас? Ну и у нас уже хватает. Так. И
Броня 6 из 6, а это 4 из 4. Ну, давайте вот эту поставим. По идее, нужно бы еще пехотную каску 3 из 3 вместо. Да это тоже 3 из 3. Не понял, а в чем разница? Давайте сапоги продавать. Так, Сай. Да. Где с Хрюшей Сай? Вот, с Хрюшей. Так. Так, а это что за хрень? Блин, вообще надо бы оставить. Это что? Хрюша. О, класс веселящий, бычков целая куча. Противоядие. Так, вот эту хрень еще тоже продать. Так, ну что, давайте все починим. Да. Так, ну и какой-нибудь броник тогда надо, в смысле жилет такой. Чё же он у нас? Совсем-то простой пацан. Так. Ну-ка, вот так вот. Вроде больше ничего. А, вот эту хрень надо сдать. Вроде больше нам ничего не надо. Немножко прибарахлились. Будем считать, что подготовительный период прошел удачно. У меня, к сожалению, ребят, немножко заканчивается время. Ну, давайте сделаем следующим образом. Попробуем все-таки повысить характеристики. Сначала кабану. За счет водки и прочих разных гадостей. Так, пару бычков. Класс веселящий. Так, что тут еще есть? Вот это наркота, да? Все. Так. Бой. Это единственное средство достижения победы в бою. Давайте сохраним что-нибудь, сделаем 7 ана, наверное, да? Если что, потом боевые миссии на ашную будем проходить. Так. Понятно. Ну, давайте для начала начнем веселящий класс. Хоп, хей, ла-ла-лей, где вопросы, где ответ? Хоп, хей, ла-ла-лей, а где вопросы, где ответ? Так, ну вот. Хоп, хей, ла-ла-лей, а где вопросы, где ответ? А хоп, хей, ла-ла-лей, где вопросы, где ответ? Ну, блин, рукопашный все равно до сотки, только снизился, и ловкость рук только до сотки, да, это плохо. Ну, ладно, чуже уже так там. Хоп, хей, ла-ла-лей, а где вопросы, где ответ? Хоп, хей, ла-ла-лей, где вопросы? Ну, ловкость рук, я, честно говоря, не знаю, но тоже. Хоп, хей, ла-ла-лей, где вопросы, где ответ? Хоп, хей, ла-ла-лей, а где вопросы, где ответ? Спокойно, теперь в обратную сторону. Подождите, пацаны, сейчас. Теперь в обраточку скидываем, что там, дыхнуть, противоядие и прочее. Ну, давайте то же самое проделаем с угрюмым. Так, угрюмый. Хоп, хей, ла-ла-лей, а где вопросы, где ответ? Хоп, хей, ла-ла-лей, где вопросы, где ответ? Угрюмый, водка вся тебе, бычки там, всякая хрень. На, дорогой. Дорогой товарищ угрюмый, давайте. Так, кстати, хоп, что. Хей, ла-ла-лей, где вопросы, где ответ? Ну, принципе, хоп, хей, ла-ла-лей, а где вопросы, где ответ? Рукопашка. Имперское оружие можно подпрокачать за счет вот этой вот штуки. Ну давайте попробуем. А для начала мы сделаем сотку.
Хоп, хей, ла-ла-лей, а где вопрос и где ответ? А хоп, хей, ла-ла-лей, где вопрос и где ответ? Раз. И имперская будем добивать. Хей, ла-ла-лей, где вопрос и где ответ? Ну и, ребята, под этот шикарный музончик я, пожалуй, буду заканчивать, потому что мне их не перекричать. Играйте в хорошие игры, всего доброго. Ну а мы продолжим там, наверное, боевые миссии уже в следующей части. Пока-пока.